Украина не может принимать законы, которые идут вразрез нормам европейского законодательства. Все законопроекты нужно тщательно проверять перед тем, как отдавать на голосование депутатам. Контролировать это будет парламентская группа по евроинтеграции, в которую вошли 15 украинских экспертов. Чтобы проверка законопроектов на соответствие евронормам была законной в Украине, депутатам нужно проголосовать за новый законопроект. Цей законопроект забезпечує перевірку на відповідність нормам Європейського Союзу, нормам АКЮ кожного законопроекту, який є зареєстрований і готується до розгляду у Верховній Раді України. Народный депутат Остап Семирак приводит примеры, когда украинское правительство принимало законы вразрез с позицией Европейского Союза. Хотел бы вам нагадать закон про заборону экспорта лісу-кругляка. Это был один из тех примеров, когда Европейский Союз после принятия нашим парламентом закону висловлювався категорично проти. Інший приклад, який останній був, напевно, один з найяскравіших, це закон, який передбачав відбирання приватної власності. Через, здається, два дні після реєстрації цього законопроекту була дуже різка заява з Європейського Союзу. Договор об ассоциации – это вопрос внутренней политики. Чтобы не приходилось оправдываться перед коллегами из ЕС, депутаты должны действовать осмотрительно. Нашим депутатам треба зробити головний висновок. Їхня свобода творчості наразі все-таки є вже обмеженою. Не можна депутату вносити законопроект з будь-чого абсолютно, незважаючи на будь-що. Свобода творчості зараз є обмеженою. Если экспертная комиссия увидит нарушение подготовки законов, которые не соответствуют юридическим нормам ЕС, документ отправляется на доработку его создателю. Эксперты рассказывают, всего около 10% законопроектов становятся законами. Очень часто депутаты предлагают голосовать за то, что вообще не несет ничего нового. Сегодня в украинском парламенте рассматривается 2350 законопроектов. Из них продовж цього року президентом України розглянуто і підписано 264 закони, фактично. Таким чином, ефективність роботи складає 11%. 90% законопроєктів, які подаються до парламенту, вони стосуються внесення змін до чинного законодавства. Тобто закони приймаються для того, щоб через 3-5 років змінити їх суть. Це в жодному разі не відповідає європейській практиці. Украинский парламент сейчас дает своеобразный экзамен. Один из билетов – это создание на законодательном уровне парламентской экспертной группы. Ее работа станет препятствием к лоббированию депутатами собственных интересов через законопроекты. Татьяна Данькевич, Владислав Бавтрук, 17 канал.